На посту Шевелик сотрудниками полиции пресечен факт незаконного оборота крупной партии наркотических средств. На стационарном посту для проверки был остановлен микроавтобус марки «Мерседес-Бенц», перевозившая пассажиров по маршруту Кызыл-Красноярск. В ходе проверки и досмотра транспортного средства полицейские под чехлом крайнего пассажирского кресла заднего ряда обнаружили и изъяли полимерный пакет, внутри которого находилось 149 фрагментов вещества прямоугольной формы с явными признаками наркотического. Во время разбирательств был установлен владелец изъятого вещества, которым оказался 30-летний житель села Арык-Узу Улукхемческого района. В ходе проверки полицейские установили владельца изъятого вещества, которым оказался 30-летний житель села Арык-Узу. При доставлении в полицию состоящий на административном надзоре ранее судимый мужчина дал признательные показания о том, что изготовил наркотические средства в 2017 году с целью последующего сбыта. Согласно справке об исследовании экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Тыва, изъятые 149 фрагментов являются гашишем массой более 411 граммов. В настоящее время следователям возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».